недавно, тут два дня назад, это скандал с этой американской выставкой. Вроде как простой пример фотографии. Начали говорить, что это порнография, это детская порнография. Вы знаете, вот правда, я так случайно посмотрел фотографии. Ну, на самом деле, мне было безумно стыдно то, что мы боремся на уровне государства. Мы боремся с педофилией, мы боремся там с этими голубыми радугами. Мы боремся с теми явлениями, которые, ну, у нас никогда в жизни не приживутся. А здесь, на ровном месте, когда культурный комитет какого-то районного департамента разрешает вести такие выставки. Поверьте мне, что я очень хорошо знаю Антона Цветкова, член общественной палаты. Это руководитель офицеров России, где на самом деле он мне прислал фотографии. Кстати, после его прихода на эту выставку они убрали ряд фотографий, где открытая наглость, открытая провокация. Но, друзья, я понимаю, что искусство требует жертв. Но послушайте, ну вот не такое искусство должны мы, русские, смотреть. Не такое искусство должны показывать своим детям. Очень обидно, почему разрешили это все проводить. Вы знаете, я буквально только закончилась предвыборная кампания. Я не буду говорить об этой партии, которая прямо призывала свергнуть правительство, свергнуть руководящий состав. Знаете, это преступление, я считаю таких людей, которые делают такую провокацию, это из бывших, это обиженки. Они занимали должности премьер-министров, они занимали должности министров, они занимали руководящие должности в государственной власти. И знаете, и сейчас они тявкают, сейчас они идут против действующего правительства, против действующей конституции. Я их называю просто обиженки. И что с ними делать? Наказывать, сажать. Бог на судья. Я считаю, что если ты идешь против нашего строя, против нашей лодки, на которой мы все едем, так, ребят, ну так живите тогда в Финляндию, в Польшу, едьте, в конце концов, в Америку. Не надо, не мешайте остальным людям чувствовать себя комфортно.